большое. Мы очень рады быть тут. Джени Бергонзи. Петр Талалай. Дарья Чернакова. Николай Сидоренко. И я, Степан. Во втором отделении, в начале второго отделения. А сейчас мы сыграем потрясающее произведение. Медленный блюз, но совершенно с оригинальной структурой. Это блюз Джерри Бергонзи. Он называется «Блю-брю». А был спор, что это означает. «Блю-брю» mean? My friend's name was Bruce. We call him Brew. And he had the blues. Because his girlfriend just left him. Всем понятно. У него был друг. Звали его Брю. Кстати, мне кто-то перевел «брю» как «пиво», но это далеко не пиво, значит, поэтому это сокращенное имя. Да. Окей. Итак, «Blue Brew», Джерри Бергонзи. Наоборот. «Blue Brew», I'm right. May I ask you? Thank you. Thank you.
Thank you.